Геннадия Кернеса, который имел законное право голосовать на дому, привезли на избирательный участок с получасовым опозданием. Голосовал он по месту регистрации в Большой Даниловке, хотя и не проживает в этом районе Харькова. Мэра на инвалидной коляске доставили на бронированном микроавтобусе «Мерседес» в сопровождении двух микроавтобусов охраны. У входа в школу Кернеса встречала группа поддержки, в основном пенсионеры. Благодарили за Харьков и даже руки целовали. Выбор свой уже сделали? Конечно. Да, конечно. Молодцы. Я хотела бы вас видеть. Я от вас учительскую прожила, но первый раз ее забрали. А я сразу же ночью меня увидели. Да, мне не сказали. Все, спасибо вам за все большое, за поддержку. Я пойду проголосую. За кого отдал голос, Кернес не признался. Зато похвалил подготовку Харькова к выборам и рассказал, кого хочет видеть в парламенте. Тех, кто поддержит мирные инициативы президента Порошенко. Поэтому я считаю, что, конечно, качество Верховной Рады должно быть лучше, чем было. Ну, надеемся, во всяком случае. Ну и, соответственно, я еще уверен в том, что все-таки депутаты поддержат те инициативы, которые были от президента поданы в парламент по децентрализации власти. Глава облгосадминистрации голосовал без группы поддержки и ажиотажа вокруг своей персоны. Он зарегистрирован в 173-м округе. За кого голосовал Игорь Балута, тоже не сказал, но подчеркнул, что надеется, что новый парламент по составу будет качественно отличаться от прошлого. Самое главное, что никогда на нашей стране не будет такого состава, как был перед этим. Этот должен быть настоящий парламент, рада, которая будет действительно представлять интересы людей, это самое главное, и определиться четко с вектором движения нашей страны, который обеспечит нам европейский выбор и мир в Украине. При этом сам Игорь Балута не скрывает, что ему и самому предлагали баллотироваться, но работу в администрации он предпочел работе нардепа. Алена Сорока, Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости».